Чтобы правильно использовать новые операторы, надо знать не только, как эти операторы работают, но и где их применять. Итак, начнем с конца. Мне нужно построить клеевую проймы спинки. Сделать такое построение на чертеже я напрямую не могу, так как из-за разной кривизны рельефа и выравнивания длин нужные мне точки и линии не совпадают. И вот тут на арену выходит оператор копия ДТ, который мы будем использовать. Простраиваем изделие до конца и оформляем детали и припуски. Заходим в основные операторы. И здесь у нас два похожих оператора. Копия детали и копия ДТ. В чем их разница? Копия детали сдвигает деталь по X и по Y, плюс еще может повернуть на произвольный угол. Для нашей задачи этот оператор не подходит. А копия ДТ подходит. Оператор совмещает детали по двум точкам. Ну, некий аналог оператора приложить. Только для деталей. Итак, предварительно поставим дополнительные точки на линиях рельефов. Заходим в основные операторы, выбираем копия ДТ. Программа запрашивает новое имя. Тут такой момент. Если нам надо перенести деталь без копии, то новой детали мы даем такое же название. Если нужно с копией, то название новой детали даем другое. Давайте без копии сначала сделаем. С зажатой клавишей Alt левой кнопкой мыши я указываю бачок, название копируется, теперь Enter. Программа запрашивает, укажите деталь, которую нужно скопировать. И мы ее еще раз указываем, только уже без Alt. И указываем точки совмещения. Тут тоже есть свои тонкости. Если нам нужен единый контур шва, вот эта линия, то указываем внешние точки. Если нужен единый контур детали, это вот эта линия, то будем указывать уже внутренние точки. Давайте совместим сначала по контуру шва. Указываю точку 1, точку 2, это на той детали, которую мы будем передвигать, и указываем их новое положение. Раз, тоже внешняя точка, и два. Вот, собственно, все готово. Вот у нас идет единая линия шва. И прямо к ней можно строить клеевую в виде обтачки. Расхождения на этом участке есть, но они незначительные, меньше миллиметра, поэтому их смело можно игнорировать. Теперь давайте совместим по контуру детали. Снова заходим в копию ДТ. Новое имя детали я зажатой клавишей Alt указываю наш бачок, Enter, опять указываю бачок, потому что это деталь, которую мы будем двигать, и указываем первую точку совмещения. Это у нас уже уголок самой детали. Раз, два, и новое положение. Соответственно, тоже указываю по линии детали. И в этом случае вы обтачку строите уже от этой линии.
потому что расхождение у нас уже появляется по контуру шва. Но это не потому, что у нас швы не сходятся или детали кривые, это потому, что мы делаем пространственную форму. Ну и теперь, как сдвинуть деталь с копии? Бочок-то мы передвинули, но он нам и сам, как деталь, тоже нужен. Поэтому заходим в оператор и меняем название. Я просто дописываю единичку. Нажимаем F10, и у нас есть и старая деталь, и новая. Всем удачи!